Разведка передает нам координаты вышестоящее руководство. Уже оттуда нам они приходят, и мы уже дальше совершаем пуски по тем координатам, которые передала нам разведка. Работаем по складам с боеприпасами, работаем по складам с ГСМ, работаем по аэродромам, по колоннам техники особо важных, по каким-то командным пунктам. Цель может быть как статичной, так и в движении. Независимо от скорости, может ехать со скоростью 60 км в час, там просто проходят расчеты, через какое время она будет в каких-то таких-то координатах.